Дальний Восток занимает более 40% территории страны, и его развитие невозможно без жилищной сферы, а также без создания комфортной городской среды и точек притяжения. Для этих целей Дом РФ развивает целый список механизмов. От предоставления земель застройщикам до выдачи льготной ипотеки. И на Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин предложил повысить верхнюю планку дальневосточной ипотеки до 9 миллионов рублей. Поднять верхнюю планку кредита до 9 миллионов рублей для тех, кто желает приобрести свое жилье площадью свыше 60 квадратных метров. Это значит, у семей на Дальнем Востоке появится больше возможностей для выбора квартиры. Президент предложил расширить и критерии, сделав ипотеку под 2% доступной тем, кто работает на предприятиях ОПК. Что позволит увеличить объем выдачи на 10% ежегодно, считает генеральный директор Дом РФ Виталий Мутко. Институт развития – оператор по льготным ипотечным программам. Но это только одно из направлений работы на Дальнем Востоке. Вот если все инвестиции собрать, которые уже работают, то это под 170 миллиардов рублей вот за эти там полтора года. Это, конечно же, проектное финансирование. Мы здесь, наверное, занимаем около 52% рынка. Основные застройщики финансируются именно у нас. Это, конечно же, поддержка ипотеки. Это строительство сейчас инфраструктуры где-то на 42 миллиарда рублей. В 2021 году Дом РФ запустил важный для рынка механизм – инфраструктурные облигации. С его помощью договорились профинансировать модернизацию уличного освещения в Чите. Для этого нужно 1,8 миллиарда рублей. И еще около 4,5 миллиардов пойдут на реконструкцию ТЭЦ, чтобы обеспечить электроэнергией примерно 250 тысяч жителей. Все время катастрофически не хватало средств, особенно длинных на понятных условиях. Как раз таки здесь обратная ситуация. Мы на понятных условиях берем облигации и правильно, аккуратно вкладываем это все в бюджетные обязательства. То есть не перегружая соответствующий бюджет. Поэтому это уникальное, считаю, решение, очень полезное для региона. С момента запуска инфраструктурные облигации уже помогли привлечь в стройку около 400 миллиардов рублей. А всего в портфеле 42 проекта в 22 регионах, по которым одобрено такое финансирование. 13 из них, то есть примерно каждый третий проект на Дальнем Востоке. Стоимость финансирования объектов инфраструктуры, она зачастую высокая, что не позволяет на рыночных условиях реализовать такие проекты. Поэтому такие механизмы, как инфраструктурные облигации, оператором которых является Дом РФ, как раз позволяют реализовать капиталоемкие долгосрочные проекты. Цель комплексная – создать комфортную среду для жизни. И часть этой концепции – развитие туризма. Бальнеологический курорт Белокуриха-Горная на Алтае или горнолыжная деревня в долине Айна на Сахалине. Новые точки притяжения – один из способов ускорить социально-экономический рост. Поэтому Институт развития подписал соглашение с корпорацией «Туризм РФ», чтобы вместе привлекать частные инвестиции в отрасль на выгодных для бизнеса условиях. Подписанное соглашение дает нам возможность объединить наши усилия, наши механизмы, инструменты, потому что у Дом РФ уже 26 лет на рынке работает Дом РФ, у них богатый опыт. Как раз объединение этих механизмов и инструментов позволит нам создать более лучшие условия для наших частных инвесторов. Расскажите, а сколько вы сейчас инвестируете в развитие туризма именно Дальнего Востока? Какая сумма и на что эти деньги пойдут? Первое – это инвестиции через мастер-планы, и второе – это инвестиции уже на реализацию. Пока у нас в портфеле сейчас на рассмотрение находится до 40 миллиардов рублей заявок. Мы готовы в районе 100 миллиардов вот уже в ближайшее время направить на туристические зоны, на финансирование туризма. Договорились и о точечных решениях. Например, банк Дом РФ профинансирует строительство парков, что позволит создать для людей комфортные места отдыха. Новая площадка с аттракционами, парковка, новый фудкорт, где будут предприниматели именно из Приморского края баловать всех крабовыми и не только деликатесами. Пространство, где семья может провести целый день. Сейчас там пустырь. Он потихонечку ревитализируется, но мы хотим с помощью банка Дом РФ и концессии внести туда новые смыслы. На прошлом форуме Владимир Путин поставил задачу построить 10 тысяч арендных квартир для молодых специалистов, готовых работать на Дальнем Востоке. В стране пока лишь 13% человек арендует жилье. Успешный опыт Дом РФ может изменить ситуацию. Посмотрите, как вот там с моим любимым гороховым полем в Магадане, с Воронежем, где Дом РФ реализует арендное жилье. Вот
Там, да, там арендные дома, но с учетом инфраструктуры мы получим вообще новое качество жизни. Сейчас в портфеле Дом РФ уже около 600 тысяч арендных квадратных метров. Сразу 22 дома в 10 регионах. На Дальнем Востоке работа идет с опережением. Уже заключили договоры на строительство 3167 квартир всего на 21 миллиард рублей. Сейчас около 3000 квартир. В следующем году, я надеюсь, по мере получения разрешения на строительство застройщиков, мы будем инвестировать дальше. Я думаю, к середине следующего года оставшиеся 60 миллиардов рублей, они будут проинвестированы. Таким образом, в следующем году мы оставшиеся 7 тысяч квартир инвестируем. За 26 лет работы Институт развития сумел разработать целый ряд инструментов, которые помогают развитию экономики и жилищного сектора. В частности, высокую оценку на совещании у президента получил механизм передачи земельных участков. Было передано 23 тысячи гектар разного рода земельных участков, ну, которые, естественно, представляли интерес для инвестиционных проектов в том же самом Приморье. Поэтому, может быть, нам такой же механизм сейчас избрать, чтобы мы это делали через Дом РФ. Там ясная, понятная схема, по которой мы работаем, и работаем достаточно эффективно. Еще одно поручение президента – увеличить объемы жилищного строительства, причем с акцентом на энергоэффективные технологии. Результат – Дом РФ уже подписал соглашение с 5 застройщиками на Дальнем Востоке, которые работают по зеленым стандартам. К 30-му году такая доля может вырасти выше 30% при должной поддержке. Мы опубликовали для общественного обсуждения аналогичный стандарт, касающийся как раз ИЖС. Мы рассчитываем, что такое качественное строительство, энергоэффективное в том числе, жилых зданий и малоэтажных тоже будет способствовать росту качества жизни. К тому же в Дом РФ уже работают над адресной ипотечной программой для зеленых проектов. Обсуждается вариант субсидирования ставки проектного финансирования для застройщиков энергоэффективных домов. В итоге условия станут выгоднее не только для бизнеса, но и для будущего покупателя.